я не можу сидіти вдома, коли в Україні таке робиться. Зараз ми фасуємо пісок по мішках для наших блокпостів, щоб хлопці залишились живими і дали гідну відсіч ворогу. Ну, я считаю, что нужно помогать здесь, потому что тут могут понадобиться дополнительные руки. Вот, поэтому я не уехала, я осталась. Вот, для того, чтобы помочь, чем смогу. Живу в Одессе, фотограф. Сейчас занимаюсь тем, что управляю машинами, погрузкой, разгрузкой. Ждем вот это вот безобразие, чтобы потопить. А почему вообще пришел помогать? У меня жена дома беременная. С нами свята мира, с нами Бог не порвало.